Привет, это Улан-Удэ Лайф, и сегодня мы решили узнать у улан-удэнцев, верят ли они в гороскопы и во всю эту там совместимость. В общем, погнали. Верите в гороскопы? В гороскопы нет, не особо. Ты тоже не веришь? Ну, восточный верили. Восточный гороскоп. Да. Сейчас гороскопы такие, что они каждому подходят, в принципе. Да? По восточному собака. Собака? А почему в восточный веришь, а в такие не веришь? Ну, потому что я буддист. Кто вы по знаку зодиака? Дева. Дева, а у вас есть молодой человек, муж? Ну, друг есть. Друг. А вы, когда с ним встретились, вы проверяли совместимость? Да я сама знаю, кто мне подходит. Скорпион? Нет. Дева? Близко. Я не знаю, кто-то ближе к деве. Козерог. Как Путин весы. А, ничего себе. Если бы вам встретился молодой человек, который несовместим вам по знаку зодиака, там по гороскопу, вы бы с ним продолжили встречаться? Да, совместили бы. Без... Да? Кто вы по знаку зодиака? Овен. Овен. Но. Вы верите в гороскопы? Нет. Нет. А вы кто по знаку зодиака знаете? Знаем, но не верим. Вы вообще какой? Ну, как в гороскопе написано? Вы там вспыльчивый или вы наоборот такой? Ну, упрямый там сказали. Упрямый? Совпадает? Да черт, это когда как? Знаете, кто вы по знаку зодиака? Знаю, конечно. Кто? Не видно, что ли, по мне? Нет. Я деньги не получу иначе. Вообще, вы мне нужны. Вы мне нужны. Я рыба, рыба. Кажется, я не верю в гороскопы. Спасибо огромное. Ты кто по знаку зодиака? Скорпион. Телец. И как, вы совместимы? Да. А ты думаешь? Наверное. Я хотела сказать, что частично я верю, но не... Все, подождите сейчас, все, давайте. Но не именно в гороскопы, но в нумерологию, все равно в этом что-то есть. Кто-то по знаку зодиака? Стрелец. Стрелец? А стрелец с рыбой совместимы, как ты думаешь? Не знаю. Ну, в общем, как-то так нам отвечали. Кто-то верит, кто-то нет. Ну, а вы свои совместимости и то, насколько вы верите в гороскопы, пишите к нам в комментарии под этим видео. Самый за лайки на комментарии, кстати, получит подарок от салона цветов Цветули. Поэтому пишите. Мы ждем.